Добрый вечер. Пришла показать я вам дополнительно мои цветочки новые сегодня. Посадила я вот такие цветочки тоже. Два таких. Они вот так разрастутся, будут большие, кустик будет большой. Тут у меня и ромашечка растет. А, друзья, снова мои зацвели собачки. Вот дополнила я такой еще палисадничек. А там еще цветочек расцветает. Вот ирис. Друзья. Вот. Сделала я вот такой здесь. Переделала вот такой палисадничек. Сделала цветничок. Друзья. Поменяла здесь, убрала. У меня здесь были бутылки. Я бутылки убрала, сделала вот так. Давайте обойдем. Чтобы было одинаково, как и на том цветничке, друзья. Вот. И сделала вот так здесь. Вот такой участочек. Пойдемте, я вам что-то покажу, друзья. Посадила помидорчики вчера, 4 штуки, друзья. Дети. Ага. Поднимается мой вот такой цветничок. Я сделала немножко другой декор. Друзья, расцветает мой гранат. Посмотрим, удержится в этом году. Видите, как много есть. В том году один был, упал. Ну, вот в этом году посмотрим, что нас будет ожидать. Друзья, видите, поменяла немножко схеди. Я более расширила, сделала